На Восточном экономическом форуме презентовали югорское прет-а-порте. Показ прошел на улице Дальнего Востока в рамках пилотного фестиваля аудиовизуальной культуры «Душа России. Север». Коллаборация дизайнеров и исследователь культуры Центра народных художественных промыслов и ремесел Югры продемонстрировала коллекцию одежды «Югорское. Угорское наследие». Она объединила традиционную культуру и современность. Каждый комплект богато украшен выполненными вручную аппликациями, вышивкой и меховой мозаикой, а еще дополнен обувью, аксессуарами и украшениями по мотивам традиционных изделий ханты и манси. Также югорчане представили бренд под названием «Сури». Это молодежная одежда и аксессуары с характерными орнаментами остяков и вагулов. Душа России, Север. Если вы прежде так не думали, сейчас не горячитесь, не вступайте в дискуссию, поверьте, это вас догонит, и вы согласитесь, что вариантов нет. Это действительно так. Югорчане приняли участие и в работе сессии «Русский арктический стиль» от эпоса до продукта. Заместитель директора окружного центра ремесел Ксения Илаускі поделилась практиками по формированию культурного кода на основе традиций народного искусства в молодежной среде, а также рассказала, какие инструменты использует регион для бережного прочтения в креативных индустриях наследия коренных народов ханты и манси, а также русских старожилов севера, коми, зырян и ненцев. Это особенно актуально в этноинициативах и коллекциях. Соприкасаясь так или иначе с культурным наследием, с теми визуальными кодами, есть такая острая необходимость в обретении именно этих знаний и навыков. Организуемые нами мероприятия, они дают возможность как раз-таки в определенное время или в сжатое время с наставниками погрузиться и освоить некие те компетенции, которые завязаны именно на базисных знаниях традиционного искусства, которые потом можно использовать уже в полиграфии, используя в дизайне.